и оно было кашей. Разорвись в напряжении, междометия искушая. На рынок вброшен грязный товар, а под кожей чередование гласных. На обратной дороге во рту железится слюна, кажется, нет. И на выдохе собираются в произвольном порядке слова и другие открытые раны, лишенные оснований. Горло прополоскав, удаляясь от точности прямо сейчас. О чем пожалеть? О форме ногтей, когда диссоциирует тело в неблагодарных полях. Обвалившиеся перекрытия ожидают вспышек автомобильных огней, и свернутый воздух плачет над забившими водоотвод растениями у подножий построек и откатывается к реке туда, где отходит медленно от просевшей плотины, от подмерзшего берега ледяной корабль. Выдохи. Кашель. Альтов соткан из умолчаний. Кровопотеря. Кровоподтек. Нет таких слов. Звуки, утром вросшие в слух, задыхаясь, координаты напомнили. В ломких протоках. В эпизодической роли. В ишемическом страхе. В сквозном перерыве аварии, в жидкой воде, не в пейзаже, в пыли. То, что С не сказал, прицельно найти у С позднее. Сегодня, сейчас, там, где будущие вещи, которые предположительно азиатской национальности, зверски избили. Во дворе школы оставили умирать. Без комментариев. Денис Ларионов убит. Наспех названный избыточен исчезает. Действительно. Что еще? Завтрак подобен потерянной вещи. Маньяна, кота, беспросветно. Заинтересовался реалиями и связанными процессами. Вышел туда, где присутствует люминесцентная ночь, где скользит безразличная прохлада и наполняет несмело каждое слово, каждому слову верное и неживое в хрустящей варварской ноготе. Так вокруг меня оборачивается, подрагивает и дышит беспокойный, безвоздушный водный массив, и то, что срезано солнцем с кромки его и осталось где-то рядом со мной. И если из этого не припомнить большую часть, то остается смотреть, как опрокидывается в тактильный акт кожа сухая, влажная кожа на сгибах локтей.